Пятый класс, 37 серия. Решение задач. Задача первая. Сколько получится сушеных яблок из 75 килограммов свежих, если они при сушке теряют 80% массы? Если 80% массы они теряют, значит 20% останется. 20% – это 20 сотых. Процент – это сотая часть. 20 сотых или 2 десятых. Значит, надо найти 2 десятых от 75. 75 надо умножить на 2 десятых, и получится 15 килограммов. Это ответ. Задача вторая. 9 карасей тяжелее 15 лещей. Что тяжелее, 3 карася или 4 леща? Давайте массу карася обозначим за x, а массу леща за y. 9 карасей тяжелее, чем 15 лещей. Можно разделить на 3 обе части неравенства. Получится 3x больше, чем 5y. 5y – это 5 лещей. 5 лещей тяжелее, чем 4 леща. Значит, 3 карася тяжелее, чем 4 леща. Задача третья. У табуретки 3 ноги, а у стула 4. Когда на всех табуретках и стульях сидят люди, то всего в комнате 28 ног. Сколько стульев в комнате? Давайте обозначим за x число табуреток, а за y число стульев. Ну, табуретки 3 ножки, и еще человек сидит, у которого 2 ноги. Значит, это будет 5x. У стула 4 ножки, и человек сидит на стуле, у которого 2 ноги. Значит, это будет 6y, а всего 28. Так, надо решить вот это уравнение и найти натуральные значения x и y. Решаем перебором возможных вариантов. Подходит только такой вариант. X равен 2, а y равен 3. Значит, в комнате 3 стула. Задача четвертая. Расшифруйте запись. Буквами обозначены цифры. Это уменьшаемое, вычитаемое и значение разности. Значение буквы А угадывается сразу. А – это 3. Также сразу можно назвать значение D. D – это 5, глядя на последнюю цифру значения разности. Теперь давайте запишем в столбик уменьшаемое, затем минус вычитаемое и значение разности. Так легче будет отгадать значения B и C. Так, здесь 3 знака после запятой. Здесь занимается десяток. Значит, сразу можно назвать значение C. C – это 4. Здесь 4 и здесь 4. Так, а B – это 2. B равно 2. Так, и сделать проверку. Так, это уменьшаемое, вычитаемое и разность. Задача пятая. В ящике 20 синих, 20 красных, 20 зеленых и 20 желтых карандашей. Карандаши на ощупь неотличимы друг от друга. Берут карандаши в темноте, не глядя. Назовите наименьшее число карандашей, которых надо взять, чтобы среди них обязательно было 2 зеленых и 2 желтых. Что будет в наихудшем случае? В наихудшем случае будут взяты карандаши того цвета, который не нужен. То есть будут взяты все синие, все красные, ну и, например, все зеленые.
нужно только два зеленых, а будут взяты все зеленые. Но зато потом в ящике останутся только желтые. И достаточно взять два карандаша, они обязательно будут желтыми. И получится как раз, что взяты и два зеленых, и два желтых. Значит, ответ 62.